Брестский ЦУМ был и остается одной из самых крупных площадок, где купить к новому учебному году можно все и даже больше. Специалисты распределили товары по категориям, чтобы покупателям было проще ориентироваться в ассортименте. От канцелярских товаров до рюкзаков и портфелей, от школьной формы до спортивной одежды. Продавцы-консультанты всегда помогут, подберут размер. У нас имеются комфортные примерочные для примерки одежды. Ну, будем рады видеть в нашем магазине. Приходите за покупками. Формат магазинов сегодня в управлении торговли считают более приемлемым. Покупатель в спокойной обстановке может выбрать все необходимое. Плюс воспользоваться безопасными и удобными примерочными. Цены на школьную категорию товаров остаются в пределах прошлого года. На отдельной модели можно найти скидку до 45%. Однако для тех, кому школьные базары больше по душе, площадку все же откроют. Мы сегодня уходим от уличной торговли школьным ассортиментом. В магазинах сегодня созданы более комфортные условия, где можно примерить ассортимент. Есть гардеробные, которые оборудованы. Есть более достойная выкладка, более, скажем так, широкий ассортимент, и где не портится товар из-за непогоды на ярмарках. Сегодня принято решение только одной ярмарки, значит, которая будет проходить, начиная 7 августа на Московской за рынком Юбилейный. И будет проходить весь август, субботу и воскресенье. Активно эта пора и для организаций, занимающихся пошивом школьной формы. Предприятие «Панда» уже реализовало достаточно большое количество форменных костюмов. Однако пошив и покройка продолжаются. Как всегда, компания удивляет разнообразием представленных моделей и их вариациями. В этом году в тренде жилеты-сарафаны. Кроме того, в ассортиментной линейке появились трикотажные джемперы и капсульные коллекции для подростков. Школьная форма – это дресс-код. Мы знаем, что в дресс-коде негласно существуют какие-то правила, требования, это определенные цвета, какие-то конструкции. Плюс, конечно, каждой модели мы добавляем нотку тенденции современности. То есть, если посмотреть нашу коллекцию, то мы всегда увидим, что это есть очень такая классика, всем знакомая, приталенные силуэты и в то же время очень модные элементы. То есть, как бы, если мы сегодня, на сегодняшний день, на 2020 год, мы знаем, что в тренд зашли шорты, то у нас обязательно в коллекции, ну, как бы, очень, наверное, модели 3-4 мы предоставляем шорты. Если сегодня молодежь предпочитает брюки с высокой посадкой карт, мы обязательно тоже в коллекцию включили. У нас есть такие две модели брюк. Это высокая посадка, это складочки по, как бы, по талии. Хороший внешний вид во многом определяет уверенность маленького школьника. Именно поэтому коллекции капсульные. Разные варианты можно комбинировать друг с другом. Приобрести то, что будет по душе, можно не только в крупных торговых объектах, но и в фирменном магазине предприятия «Панда», где заботливые консультанты помогут подобрать модель по фасону и цвету. К слову о последнем. В этом году продолжает оставаться в тренде клетка и различные оттенки серого. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.